В минувшие выходные компания «Татнефть» собрала автолюбителей Чувашии в одном из торгово-развлекательных центров Чебоксар. Здесь прошел финал акции «Твое лето». Чтобы принять в ней участие, достаточно было несколько раз заправиться на фирменных АЗС компании. Испытать удачу пожелали почти 5000 водителей. Компания «Татнефть» стремится быть ближе к автолюбителям. Мы совершенно открыты для диалога, для общения. Нам нравится делать приятные сюрпризы, проводить интересные акции. Мы ценим наших клиентов. Навигаторы, антирадары, видеорегистраторы и новейший смартфон. Призовой фонд акции пестрел разнообразием. Готовился морально, что номер счастливый. Рады. Навигатор у меня есть, но проверим, как он работает в деле. Может быть, подарю кому-нибудь родственникам своим, друзьям. Главным призом в этот день стал новый Volkswagen Polo. Его обладатель живет в Новочебоксарске и на розыгрыш в столицу Чувашии приехать не смог. Радостную весть пришлось сообщить по телефону. Эдуард, ты выиграл автомобиль Volkswagen Polo. Эти аплодисменты для тебя. Вы шутите, наверное? Кстати, это не все сюрпризы от компании «Татнефть». Так, среди собравшихся разыграли несколько комплектов фирменного машинного масла. Причем принять участие в розыгрыше мог любой посетитель торгово-развлекательного центра. Руководители «Татнефти» рассказывают, это не первый разыгранный автомобиль и, возможно, не последний. В компании готовят еще много сюрпризов для водителей.